Чёрт, опять эта тварь.
Кажется, тут понадобится пароль. Thank you.
Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. Сразу становится легче. Thank you.
Николай меня заметил. Может не повезти. Ugh!
Открыто не вышло. Это была Лили? Лили, ты здесь? Это я. Куда она пошла? Thank you.
Лили, все хорошо. Это я. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Ладно, Лили, куда же ты убежала? А? Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись.
Ну, еще разочек. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Слава Богу. Похоже, она тут пряталась. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Лили! Звук шел сверху. Наверное, она тут пролезла. Надо попасть внутрь. Она смелая и сообразительная. С ней все будет в порядке. Надо только ее найти.
еще одна кукла? Где же Лили? Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал! Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Связь плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Черт.